Там носят кепки на бикрень. Качают нефть, водка льется каждый день. Везде звучит отборный мат, и парни пьяные в умах. И в институтах люди учатся пропад. Там водки носят калипе, там есть уютные кафе. И за базар там получают сатисфе. Это откуда вы ее взяли? Кто ее пел? Я ее написал. Вот. Я ее сочинил. Вы ее сочинили? Я ее сочинил. Нет, в смысле, текст вместе. Ой, я ее сочинил от первой до последней ноты и от первого до последнего слова. Как и многие мои песни. Нет. Нет, Я завтра исполнитель, композитор, как Черно тоже говорил. Я готов 50 рублей простить. А мне говорит, куда? Черт, я... Ром, здесь многие... Ром, я на тебя уже деньги зарабатываю. Не, ну я песни-то сам пишу, вы простите. Не, я знаю, да, но некоторые... Но эту написал я. Вот я написал, клянусь. Вот не дадут многие не собрать. Вот они... Нет, написано хорошо. Да, да. Я про нее говорю. А вы почему думаете, что я ее не могу написать? Нет, по-моему, вообще-то я слышал, это... Я очень разноплановый человек. Нет, нет. Нет, я бы сказал, что заужает. То ли пьеха пела, то ли... Когда расширяешь, не надо заужать. Ромыч, я пьеха пел. Ну, может быть, Ромыч, ты пьехи песни пишешь. Это подобное. Это многие выясняют потом, как вот, наверное, это пьеха там. Я слышал, у пьехи подобное. Ну просто вы понимаете, вот сейчас в Америке факерки, братья там сами у себя пиратят себя, там, знаете, ну потом судятся сами с собой, что если вот там. Они умоют эту песню еще до войны, да? Она вот эта песня, понимаете, да до смешного дела какое-то, понимаете? Но потом суд все-таки решает, что песни все-таки разные. Интересно, с Аладдином Мацураев еще не пил. Что может быть это и Эдита Пьеха тоже пела, но вот эта песня другая.